ответил на претензии в свою сторону. Бургер с плюсиком, какие-то селфи-палки, потом они дропали какие-то маски и Андрюха Ринга, блять. Это чё за пиздец? Маски, блять, селфи-палки, ты чё ёбнутый? Ты долбоёб, Андрюх, ты нам скажи. Не, ну ты если умственно отсталый графоман, там ещё какой-то, ты нам скажи, Андрюх, то есть, ну в самом деле-то, а? Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Перед самым началом этого ролика я бы хотел извиниться. Но извиниться я бы хотел не за то, что там, знаете, вот про чью-то маму там сказал что-то плохое, да, чтобы ко мне там, знаете ли, потом не приезжали. И вот все вот это, знаете, подобное. Ну, я думаю, что вы понимаете, к чему я веду. А я бы хотел извиниться за то, что вот порой, видя какие-то, знаете ли, посты или там еще что-то, посты даже будет правильнее сказать, я не могу удержаться в том, чтобы их не прокомментировать. И то есть, и бывает, что я комментирую их в текстах форме, а бывает, что вот я могу записать аж отдельный видеоролик. Вот за это я бы хотел извиниться. Но сегодня у нас отдельный такой, знаете ли, случай, потому что Андрей Ринга, он наконец-таки, знаете, ответил на претензии в свою сторону. Но вы же знаете вот этого Андрея Ринга, которого постоянно там упрекают за то, что обновление, выходящее на Advanced Roleplay, они, мягко говоря, полное говно. Вспомнить тот же самый бургер с плюсиком. Ну вот зачем ты на Ринга опять гонишь? Вот чё тебе мало, блять, вот этих вот всех своих проектов, или чё, я хуй пойму, бля, гонит и гонит, гонит и гоночный болид, бля, или кто нахуй, да, я понимаю, там скины бомжей, вот это вся прочая хуй, ну на Андрюху-то зачем гнать, ну ё-моё, вспомнить вот те же самые вот эти вот прочие все вещи там, да, знаете, вот то, что он спа-салон обновил, или как вот там все это называлось, и то, что чуваки перед выходом из игры такие, типа, а, слушайте, пацаны, а может зайдем в спа-салон, и как бы задержим на сервере это подольше, и это было в официальном интервью. Это я сейчас ничего не придумываю, это канал Митин Шоу. Можете зайти, можете посмотреть, потому что, ну, это правда, это вот самая настоящая правда. Я никогда не обманывал, и обманывать я надеюсь, что я не буду, и мне не придется. Так вот, а сегодня Андрей Ринга прокомментировал комментарии, которые постоянно могут там, знаете, где-то написать. Вот, то есть, ладно, давайте начнем вообще, расскажу вам всю предысторию. У Advanced Roleplay, у такого проекта в GTA Samp, у них есть своя группа ВКонтакте под названием Advanced Roleplay блок разработчиков, куда они вот бывает так что-то вкидывают, какие-то скриншоты, какие-то прочие вещи, и уже, знаете ли, а на основании всего этого какие-то новостные издания и вот все вот эти вот прочие вещи, они могут выстраивать свои какие-то то ли новостные статьи, то ли просто там, знаете, уже свои какие-то вот эти вот все вбросы делать и вот все прочее. Ну ладно, с этим-то все как бы понятно. И вот совсем недавно на Advanced Roleplay, вот как раз таки в этом сам блоге разработчика, они, так знаете, дропали какие-то селфи-палки, потом они дропали какие-то маски, и чуваки в комментариях под вот всеми этими постами, которые давно уже ждали обновления, как раз таки вот эти самые чуваки, они пишут, мол, Андрюха Ринга, блять. Это чё за пиздец? Андрюх, бля, мы ждали, и наконец дождались. А ты тут нам вот это вот, маски, блять, селфи, ты чё ёбнутый? Ты долбоёб, Андрюх, ты нам скажи. Не, ну ты если умственно отсталый графоман, там ещё какой-то, ты нам скажи, Андрюх, то есть, ну в самом деле-то, а? Ну что происходит-то такое с тобой? Ну ты, может, и списался там, да, хотя ты там и писать ты не начинал, и все прочее. И вот Андрюха Ринга такой, знаете, не то что бомбил, да, бомбил. Блю, это вот бывает я, когда я просто смотрю какой-то видеоролик GTA сам ютубер, и такой, типа, пиздец, о, сука, ой, пиздец, блядь, какую хуйню ты, блядь, несешь. Вот недавно вообще увидел, а вечерний сам, блядь, полная параша, залупа, блядь, начиная с того, что они позвали, блядь, легенду Данила Герреру, которого можно поспрашивать на большое количество тем, это уникальнейший собеседник. Они его, знаете, спрашивали что-то типа, Данил, ты сам вообще вот эти вот все заставки-то делаешь, блядь, ну, Гуера, бля, да, Данька, ну ты сам заставки-то делаешь? И он такой, не, пацаны, там вот заставки делаю не я, там, возможно, первые две сделал я, но потом делал, в общем, полный пиздец, скоро на эту хуйню выйдет отдельный выпуск ДК, поэтому подписывайтесь на канал Семен, это мой второй или третий канал, если вот так вот, или пятый, шестой, я не знаю, в общем-то, подписывайтесь просто на канал Семен с колокольчиком, там скоро все это выйдет, вы сами все это увидите, а будет это все происходить на стримах, либо на Ютубе, либо на Твиче, скорее всего. Так вот, приступаем
перейдем уже непосредственно к самому вот этому, знаете ли, ко всей этой штуке. И вот, знаете, Андрюха Ринго, он пишет: хотелось бы обратиться к некоторым комментаторам. Данная группа Advance Roleplay, блок разработчиков, то есть мы выкладываем любые мелкие детали одного крупного обновления. Зачем тогда вообще эта группа? Объясняю для самых маленьких. Если мы показали селфи-палку и маски, это не значит, что это уже выпуск обновления. Если показали интерьер, это тоже не обновление. И не надо под каждым постом плакать, что это делали месяц. Это делается минуты 10-20, все зависит от идеи. Я про маски. Если данные глупости будут продолжаться, то никакие детали не будут показываться, а будут выходить полноценными обновлениями, чтобы не было недопониманий. Данные маски можно использовать как в РП-процессах, ограблений и т.д., так и просто для красоты. Жаль, что у некоторых воображения хватает только плакать и плакать в комментариях. Спасибо и следите за новостями. Вообще, мы не можем точно узнать, Андрюха Ринга это написал или какой-то прочий человек, обладающий вот какой-то силой, админкой, там, возможно, редакторкой в этой самой группе Advance Roleplay, тем не менее. То есть, понимаете, ну тут, я не знаю, ну вот какое обновление будет вот с этими со всеми селфи-палками, с этими, блядь, масками, что там будет, блядь, магазин вот этот вот, знаете ли, как в GTA 5, что ли, аксессуаров, вот этих масок всех, пиздец, Андрюх, бля, ну мы такого никогда, вот это-то да, то есть просто маски показать, ну не, чуваки, это еще не обновление, это мы не обновили еще, а вот магазинчик отдельный, вот это вот, бля, обновление, вот, пацаны, вы что думали, бля, это обновление, вот это глобально, бля, сделано, ёпта, а я вам рассказывал о том, что я еще недавно сервер новый открыл, ну так, знаете, Ctrl-C, Ctrl-V, но это было сложно, потому что я Андрей Ринга, это было сложно, в самом деле, и понимаете, в чем дело, я не хочу хейтить Advance Roleplay, я с него начинал, я был бы счастлив, если бы на Advance Roleplay все было бы хорошо, но тут просто ебанутейшая хуйня, пиздец, чувак, бля, это охуеть, я к Андрюхе Ринга хочу вот только чего-то хорошего, чего-то, ну, типа, чтобы все у него было заебись, но такое чувство, что Андрюха, он существует в вакууме в каком-то и не видит вообще, что происходит рядом, посмотри на ту же самую Аризону, на прочие какие-то проекты, возьми там какую-то вот за основу систему и реализуй ее просто по-другому, по-адвансовски, ну какие, бля, маски, ну Андрюх, бля, ну это что такое, это ж пиздец полный, и бомбить вот потом вот это, ну это не бомбежка, это просто, это, я не знаю, просто он высказался, да, то есть я вообще испытываю какую-то такую, знаю, эмпатию, людям могу, типа, вот так более-менее ощущать, что они испытывали в тот момент, типа, возможно, реально какое-то глобальное крутое обновление, но тем не менее-то, блять, маски, бля, селфи, Андрюх, бля, ну в самом, ну давай уже как-то за голову браться бомба, ну это вообще ебанутейшая хуйня. Бля, я молчу о том, что у меня когда-то там, знаете, аккаунт удалили, я до сих пор не знаю за что, да, наверное, уже и не узнаю, блядь. Спрашивал у знакомых админов, они вообще говорят, бля, не ебут, как будто бы, бля, никогда такого аккаунта не существовало. Люди, играющие со мной, вставшие потом там на админку, они вообще не могут пробить эту хуйню. Почему? Я не знаю. Там, бля, видос есть на канале Дан Семен на 11, ой, на 17 или на 11 минут, там все рассказано. Это пиздец, как вообще такое сделали, я не понимаю. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр вообще данного видеоролика. Заходите на Arizona RP Phoenix по айпишнику в описании, там же есть мой никнейм Данте Коннор, там же есть ссылочка на мой телеграм-канал. Все вообще там хорошо и вообще круто, а Advance Roleplay я желаю только всего наилучшего, и чтобы все у них получалось лучше, чем получается сейчас. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Пока.